секции бокса Центра физической культуры и спорта поселка совхоза имени Ленина занимается порядка 80 человек. И внутриклубные соревнования тут организуются постоянно. Но эти, посвященные Международному дню бокса и проводимые при участии Подмосковной боксерской федерации, все же отдельное зрелище. Такие бои мы проводили, но здесь уровень более высший, такой статусный. Красиво все было. Уровень очень, ребят, видно, подготовленный, тренера с ними работают. Интересные бои были, достойные бои. Не обошелся турнир и без звезд мирового класса. С напутственным словом к бойцам обратился Аршак Казарян. Он имеет несколько титулов в различных бойцовских дисциплинах, а недавно стал чемпионом мира по версии мировой лиги кикбоксинга. Аршак высоко оценил и подготовку бойцов, и уровень организации турнира. Бокс – это классика, бокс – это всегда уважается, бокс – это на первом месте для меня тоже. И самый первый даже парень, который заходит в ринг, это уже имеет, ему уже огромное уважение. Все спокойно, красиво, по правилам, самое главное – по правилам, да. Я доволен. Спасибо организаторам. В награждении спортсменов приняли участие представители руководства территориального отдела «Картинский», который поддержал идею проведения турнира. А депутат Совета депутатов округа и сопредседатель общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» Мария Гаевская еще и преподнесла подарок местной секции бокса – несколько пар боксерских перчаток. Сегодня каждый из участников, они уже победители, раз они достойны представлять свой клуб здесь на ринге. Ребята бились, действительно отдавались на все 100%. И хочется пожелать всем, кто занимается боксом, спортивных достижений. Более 7 тысяч человек в Московской области занимается боксом в составе сборной России. Подмосковье представляют порядка 170 человек. Подобные соревнования – это еще и способ популяризации спорта и здорового образа жизни. У нас замечательно построена система по работе муниципальных образований Московской области. Вот в каждом из них есть помощь, поддержка спортсменам, финансирование. Министерство спорта в лице Романа Игоревича Терюшкова тоже замечательно работает, потому что всегда поддерживает во всем. И можно сказать, во многом благодаря ей у нас сегодня вот такой замечательный результат. В рамках турнира спортсмены сразились в трех боях по 3 раунда. Победителями стали Кирилл Слепцов, Антон Тютиков и Андрей Воронцов, представляющие различные муниципалитеты Подмосковья. Закончилось мероприятие неформальным общением и фотографированием со звездами мирового спорта и сегодняшних соревнований. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ.